Осталось только флешка ХЕ молотов, но при этом на апленд бразильцы не идут. А идут контактом под рампу, а там Ильяс, АВП. Ну, что, они Илюка? Знают об этом, они знают. Они воевали там в начале раунда против него. Подсадка, вот так вот. Есть контакт от Илюхи, браво. Забирает он сейфи и выживает при этом 4 в 3. Ну, должны Г2 здесь доигрывать. Хантер летит просто на плюс W. Не ожидал такого арт. А сам любитель подпушить. Так, ну Юрий справляется с разменом более чем. Работает на опоре. Минус 3 от него, 2-2 ситуация. Сейфи вырывается. Забирай. Моноси, Ника последний. Так, дроп его ожидает. Не-не-не. Ну так, почекал улицу, но Ника-то уже в девятом. Ой-ой-ой. Рабочая, я считаю. Ситуация более чем сейчас. Ника забирает. Сик Нико. Of course. My friend. Ну, какая прическа у Алексея? Я не могу слушать. Нравится такая? Это... Ну, будешь отпускать волосы? Это просто лев. 4 в 4 уже. Втроем в тигринге у нас находятся игроки G2. Есть хороший враг, но сейфи контактный. Моноси красным остается. Нико! Нико! Девяточка, любимая позиция. Какая девяточка реально могла случиться. Дроп последний. Прекрасный, прекрасный хедшот над Нико. Четенько доигрывают Г2 ситуацию. Расстреляны оказались Нико, квадро килл, вот у нас на экране. Заряжен, собран, мотивирован. Что у нас делает Алексей? Он вообще на улице. Обратите внимание, номер 5 на радаре обходит. Ай-яй-яй-яй! Что? Попадает просто нереальный фраг. При том, что, казалось бы, ошибается. По ситуации Алексей забирает уже сейф 1 в 1. Есть флешка, бомба пищит. Ну все, это два... раунд. Да, 2 в 3 выигрывают. Уже что повесил Моноси? Причем он зум успел включить, судя по ходу. Ну это фазум, фазум. Это Кеннис какой-то. Кеннис? Монес. Момент нехороший для него. 4 в 4, 25 секунд до конца. Арт один, он один на нижней базе. Алексей, Джек вдвоем. Выход широкий. Что троих! Творит? Что творит Арт? Может, это эйс будет? Квадрокилл в итоге от Арта. Минус 5, нужно сделать. 9-8 секунд. Эйса не будет, говорит Нико. Но Нико еще после времени могут забрать. Сейчас это вообще будет все печально. 0 секунд. Ой-ой-ой, 14-12. Кстати, очень крутая. Идет, идет вперед снайпер команды Фурия. Дроп забирает Джекса. 2 в 2. Нико. Не попадает. Последний вызовший. Моноси. 1-1. Моноси. Илья забирает этот раунд. Браво, браво. Клатч от Моноси. Ну и раунд с пистолетами забирает Г2. Сик Илья. Вот мне нравится это произношение от Алексея. Сик Илья. По сути, вернулась в эту игру. Ника запускает уже на зигзаг. Есть прекрасный энтри, но Ксерата в самый последний момент попадает ему по каске. Так, Арт. Еще Артов дым забирает Ника. Что творит? Ну, это вездесущий просто Ковач. Еще и Авик берет здесь. Ну, премка пошла против бразильцев от Ника. Ника минус 3 уже. Очень ярко двигается в этом раунде. Классно, классно чувствует игру. Понимает, где могут быть оппоненты. Ну, и здесь, конечно... Против такого Ника не попрешь. Трипл килл в соло. Выигрывается раунд. Хороший Илюха. И правда важнейшие фраги на зигзаге. Ну если бы не Илья там. Ну вот условно его бы сметали. Там я думаю Алексей бы уже все. Не постоял бы. Но нозумы бы не взял. С очком, с авиком своим. Жесть. Очень круто раскрутился. Ну и тут уже хлопа. Тут уже Алексей за плантом. 13-й, друзья. Мы все ближе и ближе к территории овертайм. Да, ну, такой полубай срочный. Но его просто перестреляли. Выход на Б фастон. Здесь у нас Алексей, здесь Моноси. Алексей закрывают смоком. Успевает он отбросить коктейль Молотова. Моноси. Есть попадание. Я сейчас очень жестко не пускает игроков атаки. Арт забирает Алексей. Красным остается Моноси. На хапу еще флешки. Врыв от Нико. Дроп последний. Так, ну что, 1-4. Дроп. Но его окружили. Нет. Без шансов. Подопечные. Классная граната, кстати, через верх. Моноси с АВП. Сиди, делай первый минус. Уходит в точку. Пробрасывает коктейль Молотова. У бразильца большие проблемы. Сверху. Забирает Ника, успевает все-таки дроп, Ксерата уже на лице, Моноси. Ай-яй-яй, забирает его Ксерата 3 в 3. Скоты нашивает, Ксерата на одном хп остается, но у него есть АВП в руках. Это все еще очень-очень опасно, хаешка. Как
Какая хаешка. Ну, поставил, поставил, выживает. При этом есть Юрий. Вот эта позиция, конечно, выглядит очень перспективно. Вопрос тайминга. Вроде бы успевает. Вроде бы успевает. Джекс набрасывает флешку для тиммейтов. Сам должен погибать. Так и есть. Спина. Спина горит. Алекси, инфа. Хантер забрал. Один в один. Один в один. Что это? Слоп и девайс. Сэмпи. Повелся, повелся. Сэмпи. Есть. Контакт. Хантер забирает этот клатч. И 2-1 в пользу парней из Г2, эмоции приятные. Нику весь красный, ну понятно красный. Там сколько он вбил фрагов за это БО3? Ну под тридцаточку, наверное, вбил. Не, в целом, в целом за...